квартире, ребята. Я сегодня немного расскажу о квартире. Добро пожаловать. Вот это моя квартира. Я здесь живу 2 месяца. Мы снимаем эту квартиру. Это мы живем в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско. Вот квартира хорошая, мне нравится. Мне особенно нравится, что потолки у нас высокие, и днем очень светло в квартире. Вот это наша кухня. Она немного маленькая, но нормально. В общем, квартира у нас большая, 70 квадратных метров. Для меня это, ну, это очень хорошо. Для двух людей это, ну, это большая квартира, я бы сказала. Квартира у нас двухкомнатная, у нас есть гостиная и вот спальня, и, конечно, ванная. Вот его не видно сейчас, но у нас тоже есть балкон открытый. Это мне очень нравится. На балконе живут наши велосипеды и мои лыжи. И это очень хорошо, потому что в квартире есть 2 шкафа, и это мало. Ну все, ребята, это моя квартира. А вот моя соседка по комнате. Ее зовут Shadow, это тень по-русски. Она все боится, но она добрая. Я надеюсь, что вам понравилось. Пока!